огонь. С древних времен существует поверье, что подпускает он к себе лишь избранных. И потому в мифах древности кузнецов приравнивали к богам. Когда-то свой коваль был в каждой деревне. Он перенимал тайны профессии от отца или мастера. Современные художники по металлу тоже люди непростые. Все они в буквальном смысле испытаны на прочность каленым железом. Кузнец без огня ничего не сделает, потому что металл надо, чтобы был мягкий, чтобы его ковать. Сейчас мы подожжем. Наш костер. Газовые горны – это уже как бы современная технология. Они чем удобны, нету копоти, быстро нагревает, равномерно нагревает, металл не перегорает. Металл обладает удивительными свойствами и привлекает человека тысячелетиями. Он поддается плавлению, штамповке, литью, волочению, кручению, чернению. А в умелых руках мастера способен преобразиться в настоящее произведение искусства. На это все время уходит много, это все обработать надо. Ну, конечно, станки такое не сделают. Но если сделают, то сразу будет видно, что это станочная работа. Тут как бы хотелось, не хотелось, а повторить опять ту же самую гроздь собрать, а чтобы одинаковое было, никогда не соберешь, потому что будут они разные в любом случае. Это литье, льют оно все одинаково, а тут я уже достаточно долго работаю кузнецом, это моя как бы жизнь. Тут творишь. Тут то ли ты подчиняешься ему, то ли он мне подчиняется металлу. Ну, как-то так он, взаимодействие идет. Очень интересно. А на этом столе рожденные в огне виноградинки сплетаются в массивную гроздь. Весит такая около 3 килограммов. Ну, то есть вдохнул жизнь в этот виноград. Как бы более-менее сделать его похожим на настоящий. Да. То есть их нету ни одной одинаковой, они все разные. То есть нету никакого определенного шаблона, это все творческий процесс. И делается он в процессе, там, подгоняется каждая виноградинка к другой, и получается из этого гроздь. В процессе сварки появляются вот эти вот капельки, это все зачищается, чтобы у нас в процессе покраски там ничего не было, никаких нюансов. Еще надо приварить так, чтобы не отпало, соответственно, простояло это очень долго. То есть обвариваются они так, чтобы туда потом не попадало в процессе, когда он уже на улице будет стоять, чтобы вода не попадала, ничего, это потом не отпало, не отржавело. Вот. Это очень важный процесс. Работаю давно, опыта достаточно, и качество выполняю свою работу. Творчески подхожу к процессу. Работа творческая, во-первых, да. То есть ты можешь что-то делать красивое. Чего потом люди радуются. Вот. Это намного приятнее, чем где-то там по шаблону что-то где-то делать. То есть однообразие это не мое. В работе с металлом очень важен опыт мастера. В хорошей бригаде знают, кто из работников какую вещь выполнит лучше всего. На сегодняшний день, по нашему времени, как оно идет, все меньше и меньше людей с золотыми руками, так называя своих ребят. У нас нет никого, кто работает сам. У нас единая цепь. То есть каждый зависит друг от друга, от каждого по способностям, как говорится. И у нас каждый выполняет свою работу. Если кто-то одного человека извлечь из нашего производства, почти рушится все. Тяжело восстановить все это. Поэтому коллектив – это самое дорогое, это самое ценное, что есть на этом производстве. На этом предприятии.
Я очень дорожу этим коллективом. Каждая деталь подгоняется под чертежи со скрупулезной точностью. Все должно быть выверено до миллиметра. Наше предприятие занимается не только изготовлением художественных изделий. Также мы занимаемся всеми видами металлоконструкции. На данный момент я собираю две лестницы. Они состоят из лестничных маршей. Вот. Процесс начинается с изготовления, вообще процесс начинается с поездки на объект, замеров, потом разрабатывается проект, чертежи, вот, все это проверяется и дается в цех на работу. Вот у нас получаются вот такие вот чудесные заготовки ровные, согласно чертежу. Это производится на нашем любимом станке, который нас никогда не подводит. Изготавливаются вот такие вот элементы. Это идет уже под ступенок самой нашей лестницы. Здесь сверху становится сама ступень. Вот это косоур. Также напилен он на нашем любимом станке. В процессе места сварки подготавливаются, снимаются кромки для лучшего провара. Все это собирается, обваривается, потом зачищается. От точности изготовленных деталей зависит практически все. Ведь только так удается избегать подгонок на готовом изделии при установке. Это наша ленточная пила, незаменимый помощник в нашем производстве, благодаря которому и получаются наши заготовки точные и ровные. Вращается ленточная пила, полотно. Принцип ножовки. Обычные ножовки по металлу. Единственное, что полотно крутится по кругу. Вода подается для того, чтобы охлаждать место реза, а также место смазки. Для того, чтобы пила работала много дольше, вот, и испытывала меньше нагрузок в процессе резания. На этом станке с помощью вальцов можно придать металлической полосе нужную текстуру. Данный станок делает декоративные рисунки на полосах, на гладких вот полосах. Получается такие вот красивые у нас рисунки различные. Выставляется матрица, их различные виды, у нас их достаточно. А этот чудо-станок умеет заплетать металлические косы, нанося узор на гладкую трубу. Получаются вот такие вот изделия. Есть под разным углом. Три угла у нас 45, 35 и 55. Также можем делать в обратном направлении косу, а также можем крестик сделать. Любым инструментом мы на производстве дорожаем. Очень много инструментов, которые сделаны своими руками. Есть оборудование, которое пришлось купить, чтобы ускорить процесс. На нашем производстве есть все для того, чтобы сделать качественно. За долгие годы накопили опыт и понимали, что нам нужно, а от многого инструмента мы просто избавились. Ковка стали – волшебный, завораживающий процесс. Из обычного прута в руках кузнеца рождаются ажурные, изящные и неповторимые вещи. Заходит в голову мысль, но рождается она внезапно, зачастую. Может быть, за рулем, может быть, ночью, может быть, возле моря, может быть, в горах. А может быть, вообще, когда ты ни о чем не думаешь. И это самая верная, получается, мысль. И когда ты переносишь эту мысль на бумагу и показываешь клиенту, он даже фото, скажем так, отчете уже рад тому и запускает работу в производство. У каждого кузнеца свой почерк. Ведь и художники рисуют одинаковыми красками, а картины у всех получаются разными.
Вот каркасы предварительной сборки. Вот, еще без примерки мы поедем примерять это все. Потому что красочные, уже покрашенные изделия, ну, вести без примерки, ну, можно, но лучше здесь все подогнать по черному, чтобы уже крашеное приехали, поставили. Рисунок в любом случае сплошная импровизация. Ну, это как растительность, растение, там ничего одинакового нет. Она идет, вьется, как хочет, поворачивается, где хочет, поворачивается. Вот. Много заготовок для этого надо совершить, вот, ну, и пенечков надо сделать. Все кованое, ну, абсолютно тут даже каждый квадратный миллиметр кованый, да, труба кованая, все, абсолютно все кованое. Все, скажем так, вручную делается практически. Вот, есть кое-какое оборудование, которое помогает, а так все это, ну, ручная работа. Подобно мастерицам, плетущим тончайшее кружево, мастера-кузнецы создают легкие узоры из жесткой стали. А на кованой ограде наливаются виноградные грозди, распускаются листья и вырисовываются завитки. Это, чтобы набрать рисунок, надо предварительно подогнуть заготовку вручную, чтобы быстрее процесс пошел на самом изделии. При сборке таких ограждений, как бы тут линия ведет сама себя. Тут мы уже конкретно подчиняемся металлу. Мы только направление делаем, а там уже, как получается, и ведем. Ну, как собственно говоря, как в природе. Ну, нет одинаковых линий, нет одинаковых окончаний. С помощью резака мы, собственно говоря, всю гибкую производим. Только предварительно на холодную гнем, а все остальное на горячую. Оно так более живее получается. Сейчас мы будем оживлять листочки. Они сейчас как бы уже время такое пришло, технологии. Ковать кованые, ну, листы сами, ну, уже нету смысла, потому что, ну, действительно красивые вещи. Их просто надо, ну, малеха оживить. Так как это лестничное ограждение, здесь острых концов нежелательно оставлять. Ну, оно так и красиво, ну, и чтобы не зацепились они чем, не поранили. Это обязательно. Листочек не такой уж и штампованный. Оживили, красивенький. В кузне Комаричева есть одно золотое правило. От него не отступают никогда и ни при каких обстоятельствах. Гарантированное качество на долгие годы. Неоднократно наши клиенты, подходя той или иной работе, трогают ее руками, говорят, что от нее отдает теплом. И это правда, потому что с любовью делается каждая работа, с каким-то своим видением. Но в наше тяжелое время, когда все гонятся за деньгами, к сожалению, наша жизнь завязана на деньги, иногда страдает качество из-за этой скорости. Бежим, но получается хуже. У нас немножко подход другой. Почему многие наши клиенты говорят, у вас дорого? Ну, мы не краснеем перед нашими клиентами. Мы делаем только качественно, для того, чтобы нас через годы вспомнили и сказали о нас добрые слова. Перед покраской изделия обязательно обрабатывают пескоструйным аппаратом. Я хочу вам показать образец очищенного металла, кованого и неочищенного. То есть на кованом металле всегда остается кованый шлак. То есть это некая прослойка, которая будет находиться между покраской и самим металлом. Всю химию рассказывать не буду. Это делать надо обязательно, потому что окалина поднимает всю краску, и как бы сколько бы вы ни красили сверху, она будет все равно ржаветь. Потом восстановить все это тяжело. Для того и существует пескоструйная обработка. Как бы ни старался художник, не рисовал, как бы не исполнял сборки, последнее слово все равно за маляром. Если маляр плохо покрасит, ну, старания будут зазря.
Я сейчас патинирую кованые изделия и придаю ему более реалистичный вид. Ну, я художница, и когда училась в художественном училище, проходила практику. И осталась в этой сфере. В ковке можно реализовать свои какие-то идеи, какой-то вот творческий такой поток. И как бы основная наша задача – это чтобы на протяжении многих лет, ну, где-то лет 15, не пошла нигде ржавчина, что-то нигде не отвалилось. И поэтому этот процесс проходит, покраска проходит несколько этапов. Пескоструйная обработка металла, затем покрытие цинкогрунтом, затем двухкомпонентным эпоксидным грунтом, далее идет покраска, потом патина, вот именно наведение под реалистичный вид. И завершающий этап – это лакировка. Здесь использовано 8 различных цветов патины. Покраска начинается пульверизатором. Наносится основной фон коричневый, грозди потом отдельно красится в другой цвет, в темно-красный. Сверху уже идет ручная работа, это мазки кистью фиолетового цвета. И также на листьях. Листья потом отдельно покрываются вручную зеленой патиной, потом еще один оттенок зеленой патины и в конце уже золото. Это интересно, потому что здесь нет какой-то, я бы не сказала, что это монотонная работа. Все листья разные, и каждому листочку подходит, не знаю, как-то по-особенному. Ну, у нас не бизнес, у нас ремесло. И для того, чтобы это ремесло удержать хотя бы на плаву, мне пришлось стать менеджером. Хотя я очень люблю делать все своими руками, но, к сожалению, времени у меня не хватает. Для того, чтобы содержать коллектив, находить новые заказы, воплощать их, очень много времени забирает именно эта работа. На данный момент я занимаюсь работой, то есть работой менеджера. Для меня, к сожалению. Кузнечная мастерская Комаричева родилась в Севастополе более 20 лет назад. Работа эта сложна, но очень интересна и увлекательна. Заниматься ею можно, только если любишь свое дело. И это один из главных секретов мастерства. Ну, еще в детстве все игрушки мы делали своими руками. Такое мое детство, когда у меня был перочинный нож и кусок деревяшки. Поэтому, наверное, все это из детства. Занимался многими видами деятельности, но когда в один прекрасный момент я взял кусок металла обычного в руки, помяли, порезали, и с него что-то получилось, меня это очень заинтересовало. Ну, в общем-то, так все и началось. И я влюбился в это дело, и из этого выросло вот такое предприятие. Я люблю свою работу, самое главное, наверное, за то, что мы дарим эмоцию людям, положительную эмоцию на долгие годы. Мастерски выполненные кованые изделия поражают. Это всегда произведение искусства. В них сочетается, казалось бы, несочетаемое. Сила и фундаментальность с воздушностью, основательность и прочность с изяществом орнамента, долговечность с внешней хрупкостью и тонкостью. А самое главное, делаются такие вещи на века.